2018 год одинцовские налоговики встретили с плюсом. Благодаря комплексной работе удалось добиться роста собираемости всех налогов. Плюс к 2016 году всего где-то более 4,6 миллиардов рублей. Федеральный бюджет – это 420 миллиардов. Консолидированный бюджет Московской области и региональные бюджеты – это 4,2 миллиарда. Почти на 3 миллиарда рублей больше поступило в областной бюджет и на 1,3 миллиарда в местный. В базе данных 22-й инспекции Федеральной налоговой службы находятся 17,5 тысяч юридических лиц и более 600 тысяч физических. Многие успешно пользуются электронными сервисами. В этом году у нас будет внедрение роботизированной программы по работе с личным кабинетом, которая будет подсказывать налогоплательщику во всех спорных ситуациях, как правильно воспользоваться той информацией, которую он видит. Хороших показателей роста собираемости налогов удалось добиться, во-первых, благодаря работе с должниками, а во-вторых, вовлечению в налогооборот ранее не участвовавших в нем объектов. Чуть менее 6 тысяч сообщений было отправлено налогоплательщикам с напоминанием о том, что платить по счетам рано или поздно придется. И тем самым мы побуждаем налогоплательщика актуализировать базу и ввести эти объекты в налогооблагаемый оборот. За 2016-2017 год таких объектов вовлечено больше 13 тысяч. В этом году задачи у налоговиков принципиально не изменятся. На первом месте по-прежнему будет сбор налогов. Продолжится и работа по внедрению новой контрольно-кассовой техники. Это направление впервые, я считаю, в России позволило весь розничный товарооборот показать в режиме реального времени. То есть, если мы знали о таких нарушениях, когда приходили обученные люди и товарооборот делали в том виде, которого нужен руководителю этой организации, то сейчас это сделать невозможно. То есть, любое пробитие чека попадает сразу в облако Федеральной налоговой службы, и удалить, скорректировать это невозможно. И, конечно, будет вестись работа по корректировке баз. Это со временем позволит исключить ошибки при начислении налогов, с которыми пришлось столкнуться налогоплательщикам в ушедшем году.